для начала следует разобраться, что такое световое загрязнение и чем оно опасно для человека и окружающей среды. Световое загрязнение — это засвечивание ночного неба искусственным освещением, которое мешает проведению астрономических наблюдений и меняет биоритмы живых существ. Распространенность источников ночного света затрудняет ориентацию насекомых, вызывая массовую гибель, которая влияет на дальнейшие биологические цепочки. Страдают также и обитатели водных пространств и прибрежных территорий, черепахи, птицы и целые экосистемы. Речь идет о том, что над некими мегаполисами, где достаточно большое освещение, но это можно говорить, допустим, и о Казани, что, в принципе, конечно, засветка неба там существует. Освещение рекламных билбордов, подсветка домов и дорог, фары машин и свет из окон домов. Все это примеры источников искусственного света, который загрязняет ночное небо. Избыточное использование света только на первый взгляд кажется несерьезной и малозначимой проблемой. На самом деле в мире становится светлее с каждым годом, и это негативно отражается на биосфере. При отсутствии полной темноты нарушается нормальный ход биологических процессов, в том числе в человеческом организме. Некоторые жизненно важные гормоны, например, мелатонин, вырабатываются только в полной темноте. Их недостаток в организме приводит к плохому сну, раздражительности, усилению уровня стресса. Из-за этого снижается иммунитет и ухудшается память. Возможно, также преждевременное старение и образование опухолей. Например, у нас вот очень большая проблема была все время в загородной обсерватории, то, что засветка была от двух источников. Первый источник – это железная дорога, но она не такую засветку давала, как, допустим, те факелы, которые горят на оргсинтезе. Вот тот факел, который беспрерывно на оргсинтезе горят, они дают как раз очень интенсивную засветку. Единственным способом борьбы с засвечиванием ночного неба является самостоятельное ограничение источников света, регулирование световых потоков, использование датчиков движения для контроля количества света. Существуют рекомендации Международной комиссии по освещению, которая классифицирует территории на 5 природных зон. Так, например, для заповедников прописаны более строгие правила освещения. Исследователи часто поднимают на научно-исследовательских конференциях тему светового загрязнения, а правительства различных стран сейчас заинтересованы в борьбе с этой проблемой, так как можно не только помочь окружающей среде, но и сэкономить ресурсы. Элина Александрова, Елизавета Газизянова, Универньюз.